Так. Брамен, девочки. Это Селия. У меня есть. Элиза только с обрезанными боками. У Элизы здесь больше. Ну, Элиза, конечно, такая побольше. Это большая Дагсбери. Это синюшный цвет. Это опять Селия. Так. Это все в пятнах. 295. Они дороже, как эксклюзив считаются. Вот те вообще. Здравствуйте, Новый год. Цвет. Это огонь. Обычно на Крисмас у нас тоже такие цвета. У нас Флорида, они вот такие бешеные. Но этот вообще бешеный цвет, да? На нем и брамена не видно. Я имею в виду, выделки не видно, потому что она золотинками прикрыта. Вот этот более-менее еще получше. Тоже не видно на них выпуклости из-за рисунка. Рисунок забит так, что не видно. И всякие такие выпуклости. То есть и золотиночки все покрыли выпуклости. Это маленькое ведро. У меня есть ведра большие. Небольшие, а больше этого, да? Ушли на распродажу. Очень сильно спрашивайте. Мне некогда сделать видео, девочки. Все актуально. Ну, за исключением того, может, что я продала. Но цены будут дешевле. Спрашивайте. Ну, вот это чисто праздничный. Вот, ну, куда его на каждый день? Кошелек, да? Как-то детским каким-то считается. Ну, не будешь его вот так вот в присутственное место носить. Как и эту сумку не будешь, да? Большая Дагсбери. И они обычно, как эксклюзивы, идут дороже даже. Сейчас скажу цену. Нет, 295. Такая же цена. Но... Ну, блин, здорово. Ой, нет. Это вот на праздничек. Сходите, все. Это Элиза. Или Селия. А, нет, это Элиза. Это Элиза. Чернючая мира нет. Да, Элиза. А вот у Селия дальше. Селия немножко выше. Элиза ниже и пухластая. А Селия выше. Но здесь хоть виден выделка этого. Ну... 315. Видите, они дороже. Эти серые дороже и намного. А большая Дагсбери стоит сколько? Дороже. Дороже. Долларов на 30-25. Почему я ее... Я как-то себе хотела сначала. Думаю, может мне серую эту купить. А потом думаю, ой. Там 35 долларов разница. Выше. И потом это не пиковое. Вот это еще тоже Крисмас. Ну, бьет в глаза вот это вот новогодние игрушки на елке, да? Или я что-то не понимаю? Напишите мне, Елена, ты не права. Девочка писала, я говорю, с ананасиками сумка. Она пишет, как можно было на сумку с ананасиками так плохо говорить? Как вы ничего не понимаете? Ну и где они, ваши ананасики сейчас? Покажите мне. Покажите ананасики. Ушли моментально. 4 месяца побыли, бэмс, ускакали. А пекан forever. Forever это навсегда. Девочки, синюшная. Выделка видна, но синюшная мира нет. Слава богу, что хоть не забили золотом или серебром. Синюшная сумка. Вот, ну вот. Здесь так вот и все, что мы с вами увидели. Остальные Майкл Корсы я никогда не смотрю, никогда их не трогаю. Потому что я когда их потрогаю, мне становится плохо. Дермантин. Вы двери. Не, двери и то мягче оббивают. Вот. Такое, знаете, как чехлы, ножи. Вот охотничьи ножи в чехлах кладут, да? Ну, такие, знаете, грубые такие, знаете, чехлы кожаные такие, сшитые по бокам. Вот что-то такое. Гуччи. Ой. Все. Ухожу. Я не могу на это смотреть. Что-то брамена совсем мало. Или раскупили. Так, обращаемся. У меня кто-то мне написал, что... Ой, Лена, ну что ж вы видео не выпускаете? И кто-то опять написал, вы почаще выпускаете. И притом я чувствую, что задают вопросы такие, которые... Ну, которые обычные вопросы. Чего вы разве не знаете? Там, ну, то-то. Во всех видео есть. Там они же одинаковые все сумки, все формы. Они их практически не меняют. А
А мне некогда выпускать. Но имейте в виду, вот портфельчик тут черный, да? Но не имейте в виду, что я это самое, что брамины есть. Вот у бабки брамин, смотрите, старая сумка с клапаном. Это, по-моему, кора дерева. Ага. Ой, какая старая, старючая такая. Ну, уже такие давно не делаю. То есть и ни форма, ни этот. Ни форму такую не делают, ни цвет такой. Очень старый. Я даже не помню, когда это было. Но это Вравино. И цвет вообще такой приглушенный. Похож на кору дерева. Так про что мы с вами?